свинью. Представляете, завести свинью. Оказались по разной стороне реки. Тут ходит дядька, он с маламутом, он вообще такой медведь. На тебя не свалится из ниоткуда куча возможностей. Ась, ась, ась. Не отходит, не отходит. Смотрите, какие мощные, мощные улитки. Они больше, чем кулак. Прям ура. И такие вот нёшки рядом. Такое ура. И такие нёшки. Последнее, что мы делаем. Вылезла, вылезла. А какого размера они вырастают? Это уже большие или будет еще больше? Нет, они могут раковина до 30. Сколько? До 30 сантиметров. До 30 сантиметров только раковина? Капец. Еще мало кто знает, но первые жители у меня были цыплята. Именно двух цыплят я вот здесь купил. Пошел на рынок за шваброй и купил двух курочек. И это ж цыплята жили в центре, в квартире. В квартире, не в частном доме. В квартире жили цыплята. И жили они у меня, пока уж совсем жестко все не было. Пропитано запахом цыплят и звуком. Я на улице шел и слышал, как они звенят, пищат, встречают, ждут меня. Поэтому я их отдал в частный дом. Мне пообещали, что не будут ни сушки, их никогда ни по назначению использовать не буду. Только будут нести яички. Вот так вот. Пожили у меня месяцок и отдал я их. Представляете, домашние декоративные козлята. Представляете, вот так вот козленка завести. Я мечтал вот свинью. Представляете, завести свинью и так на цепи в центре выходишь гулять. Выходишь гулять с свинкой. Так. Мощь. Вот, везде в городе собачки, котики. А у нас со свинкой в Королевстане гулять. Так, вся братва играет в песочнице или что такое? Мы же уже взрослые парни. Пошли, пошли, а то нас там КамАЗ прогоняет. Прогоняет КамАЗ, пошли. И опять паутина. А вы знали, что вороны живут по 300 лет? Зачем это им надо? Чего они наблюдают? А? Чего ничего не подсказывают, а, Майки? Непонятно. Вот так вот парни верно ждут. Оказались по разной стороне реки. Давай, давай, давай. Давай, малышка, топай, топай, топай. Идем. Давай, давай, давай. Вот, зятька, поздоровалась с одним. С папкой не поздоровалась. Hey, you're my papa. Это наше первое знакомство с другой собакой. Сколько ей? 3 месяца. Это хаски, да? Маламут. Ой, а вот то, что я смотрю, щенок ходит вместо маламута. Они же огромные маламуты. Тут ходит дядька один с маламутом, они вообще такой медведь. Да, встречали. Лекси, ты чего? Ты чего? Ты не боишься? Малышка. И сыкушка. Маламута на больших пасах похоже. Да, так и есть. Все, спряталась. А как его зовут? Кубик. Кубик? Так. Уже смелее, уже смелее. Недобродушный. Это просто потому, что щенок и девочка, да. Но она маленькая еще. Кто-то еще с ума сошел. А что ты жопу прячешь, да? Жопу прячешь сразу. Она же культурная девочка. Ку-ку. Ку-ку. Здравствуйте. Приветик. А мы хаски маламуты. Как вас зовут? Мадам. Сразу видно, что мадам. Быстрое знакомство. Лекси.
девчуля, мне не так интересно. Вся в отца и богу, да, Миша? Эть, вся. Надо ловить момент. Пошли, пошли, малышка, пошли. Давай, догоняй, догоняй. И ты догоняй. Как правильно порода называется? Карлик. Просто такса, да? Нет, карлик. 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 Такса карликовая, черная с коричневым подпалом. Это еще лоскутов стал на балках. Очень часто такое бывает, когда у вас складируются вещи, которые вы уже давно не носите и не собираетесь даже носить. Вот мы каждый раз такие вещи собираем и отвозим в разные благотворительные организации. В каждом городе у вас есть много разных благотворительных организаций, кому будет это действительно полезно и принесет пользу людям. Вот у нас есть одна такая, куда приходят разные пенсионеры, приходят молодые мамаши и выбирают себе, просто бесплатно выбирают разную одежду. Вот мы в такие организации, как и сейчас, наскладировалось шмоток, повезем. Мамуля каждый раз ответственно подходит к такому вопросу и собирает прям мега-мега много шмоток. И куртки, и все-все-все-все, что есть, то, что подозрительно, что вряд ли будем уже носить или можно было бы пожертвовать. Все, все сразу собирает, все отдаем. Вот такое вот красивое место. И нам за то, что мы привезли вещи. Далее вот такой вот. Ведь конфеточку с мыслишками какими-то или пожеланиями сейчас откроем, узнаем. Называется место в Харькове, в всяком случае, вот куда мы привезли шаф от добра. Сюда приносишь вещи, и тут люди могут приходить бесплатно, получать разные штукенцы. Идеальной ситуации не существует, на тебя не свалится из ниоткуда куча возможностей, после чего ты скажешь: вот оно, мое время. Началом всего может быть только одно, твой первый шаг. Самое тяжелое в жизни – это синий кит. Все остальное пустяки. И синий кит – это речь идет о животном. О животном. Тяжелом. Ать! Давай, ай! Давай, 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 кто в воду? Чу! Только она теперь мокрая. Лекси, давай еще, еще водичку. Ать, желуди, желуди же интересные. Игрулька, игрулька, у нас только за ночь знакомств. Ап, 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 ай. Ать, 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 ать. Прям поймать не могу. Крутышка. Заметили, бегает как Майк. Четко, четко. А ну пробеги, пробеги еще раз. Покажи, как ты двумя лапками сразу подгребаешь. Давай, вот знай, какие тут красивые. Давай. Ать, 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 ать. Ты крутая, ты крутая. Зобка. И все по-прежнему терпит. Ни по-маленькому, ни по-большому на улице не ходит. Все домой несет, все домой. Домой приносит и вываливает. Потоп. Давай, давай, еще. Давай, второй забег. Давай, 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 забег, забег. Алишка. Давай. Ась, ась, ась. Не отходит, не отходит. Да. Mm-hmm.
Ай, молодец. Ай, молодец. Молодец. Да. Крутышка моя. Давай. Ай, моя зайка, ай, молодец. Ай, молодец, молодец, Зовка. Парни, готовы? Готовы? Давайте в ту сторону. Авария. Ого, ура! Молодец, малышка. Вы свидетели этого злостного нарушения. Но она молодец, впервые. Вот это вот уже нарушение злостное. Где это по надобности? Майк, нет, мы тут не копаем. Пошли. И месиво продолжается уже вне стен дома и кровати. Теперь на зелененькой лужайке понеслась. Давай! Это уже третья ночная прогулочка. В смысле, третья по счету за один день. А энергии дофигища. Да, пошли. Сидеть. Лекси, сидеть. Вот так вот, без имени непонятно кому. Грязнуля, то есть, думаешь, грязнуля — это непонятно, что про тебя. Диана извозюкалась, непонятно. Эти парни белые. А вот девчуля у нас, ух. Вам, наверное, не видно даже. Вся черня. Черномазя. У малышки первое боевое ранение. Да? Что произошло? Будешь рассказывать? Что произошло с лапкой-то, а? Завтра увидите видос. Пошел секс. Зая.